Бежать во имя любви. Буквально пару часов назад в столичном парке Победы завершился забег, посвященный Дню всех влюбленных. В необычном марафоне с символичным слоганом «Закахание» участвовало более 300 человек. Спортсмены-любители преодолевали расстояние длиной в 1,5, 6 и для более выносливых 12 километров. Бежали эстафету те, кто пришел со своей второй половинкой. Каждый участник марафона любви преодолел маршрут, описывающий форму сердца, главного символа Дня Святого Валентина. К слову, оценивать свои беговые способности приходили целые семьи и некоторые даже с питомцами. Многие люди начинают бегать именно вот с таких мероприятий, когда не на результат, а просто для удовольствия и какому-то поводу. Вот, поэтому, ну, и повод нашелся, это уже наше третье мероприятие, то есть мы вот забег Санта-Клауса делали, забег ко Дню Матери делали, и, ну, посмотрели, что людям вот именно тематические такие забеги каким-то таким интересным поводом хорошо, скажем, заходят. На финише марафонцев ждали памятные медали, открытки с теплыми пожеланиями, горячий чай и печенье.